Комплекс очистных сооружений принимает коммунальные стоки Тамбова и пригорода. Ежедневно сюда поступает до 80 тысяч кубов канализационных отходов, которые проходят 5 ступеней очистки и обеззараживания. Сейчас мы находимся у первичных отстойников. По сути, здесь начинается очистка городских стоков. И, как говорят специалисты, это самое пахучее место комплекса. Но даже здесь мы практически не ощущаем никаких неприятных запахов. Природа едкого зловония в центре Тамбова до сих пор не установлена, но с водоканала все подозрения сняты. Ни канализационные коллекторы, ни очистные сооружения, согласно исследованиям эпидемиологов, воздух не загрязняют. Результаты свежие. С проверкой здесь были буквально вчера. Нет, мы не пахнем. К счастью, мы не пахнем. Ну, вы сами могли в этом убедиться. Буквально была проверка с центра эпидемиологии и гигиены. Брали воздух на анализ. Сказали, что все нормально. На предприятии истоки подвергаются главным образом биологической обработке. От патогенных примесей их очищают микроорганизмы. Трудятся настолько плодотворно, что жидкость, полученную в результате, даже разрешают пить. Пройдя все этапы, стоки сбрасываются в ЦНУ. Перед этим внутренняя лаборатория проверяет их на безопасность. Мы не имеем производственных мощностей для транспортировки газовых смесей. И они у нас не участвуют в процессе переработки. Несмотря на то, что специалисты не выявили никакой угрозы здоровью и жизни населения Тамбова, искать причину появления вони продолжат. В ближайшее время планируют организовать проверку других городских предприятий. Есть вероятность, что воздух в областном центре портят промышленные выбросы. Под подозрение прежде всего попадают заводы, использующие сероводород. Юлия Савушкина, Дмитрий Наякшин, Александр Кобзарев. Область новостей.